На этой неделе свой 90-летний юбилей отметила жительница аула Кашихабль Зульджан Джанхотовна Цей. Она уже много лет живет в ауле Кашихабль, но сама родом из города Нальчика. У нее есть два сына, один из которых живет с ней. Также есть внуки и правнук. По всем канонам эта женщина прожила достойную жизнь. С круглой датой именинницу поздравили заместитель главы района Руслан Ямыков и заместитель главы Кашихабльского сельского поселения Рамазан Мамхегов. Пожелали ей крепкого здоровья, долгих лет жизни и всего самого наилучшего, а также вручили ей подарки и цветы.